Всем привет, друзья мои! Снимаю вам снова телефона. Посмотрите, кто у меня в гостях. Мои птички уже ко мне подлетают. А я сейчас вам открываю новое видео. Вот, нарисовала сегодня вот такой алгоритм красивый. Мне кажется, на него ему понравился. Принцессе понравился этот алгоритм. Они уже хотят общаться со мной. Как мамиш, да? А этот, где он? Сзади, хулиган. Ну вот еще у нас Шикер там сидит, боится. А посмотрите на эту девочку. Она хочет даже залезть на него. Угу. Мавиш. Мавишок. Нам весело. Посмотрите, что она делает, да? Кто-то сказал, что мы там домик пристроили и начнет плодиться. Ничего подобного. Не подпускает Мавиша. Ни в коем случае. Такая вот она. Всем привет, дорогие мои. У нас такое замечательное солнышко. Грязный балкончик после дождей. Птички мои все работают. Дали и морковочку. Все пределы, все пределы. Мавишок, принцессочка, всем привет от вас. Давай, поговори, поговори. Как любят балкон. А мы со Шкимчиком вот сидим, кофе пьем. Погодка замечательная. Вчера гуляли по такой погоде, такая была дождливая, такая была холодная, настоящая зима. Пошли с ним за хлебом, прогулялись, купили маслинки. Дома все есть. Доедали еду. Сегодня будем донер готовить. Еще есть. Да, да, такой он у нас разговорчивый мавиш. Вот так поживаем. Всем привет, мои дорогие! Собрались с мужем поехать в город. Сегодня у меня было в планах пойти к моему кюафору, парикмахеру. Позвонила ему, а он говорит, я не могу принять на этой неделе, так как упала, получил травму руки. И на следующей неделе вас приму. Ну так вот, конечно, скоро мое день рождения, хотелось бы выглядеть на все 100%, ну а что делать? Я приняла с благодарностью. У нас появились какие-то другие планы с мужем. Да, вот немножко я брошу, но ничего, а что делать? Едем в город, Кёчдариси. Если будет что-то интересное, вам покажу. Мы решили со Шкимом не ждать на остановке, а чуть-чуть прогуляться. Сегодня замечательный день. Как красиво снимает мой телефон. Привет, пожалуйста. Что-то сделали, видите? Для детей. Батут Володя Колобелир. А вам батут-то хликали? Наверное, батут. У тюрьма, наверное, я не. Да, посмотрите. Надо быстрее. Автобус наш тоже прийти сейчас. Мы едем, знаете, куда? Кёчдариси. Едем. Какое-то сообщение пришло ко мне. Непонятно. Едем разбираться. Вот рассказала всем вам планы. Все повыходили. Сегодня ж пятница. На пикничок. У меня и такая камера есть. Видите, как показываю? И туда показываю, и сюда. А теперь вместе с нами отправимся на прогулку по красивой набережной города Мерсин. В этот солнечный и теплый день тысячи горожан вышли отдыхать на набережную. А вам желаю приятного и уютного просмотра и прослушивания прекрасной музыки. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки под видео и написать комментарии. Можете задавать вопросы, на которые я отвечу с удовольствием.
плохих комментаторов я сразу отправляю в бан, поэтому будьте дружелюбны ко мне и моим подписчикам. Thank you.
Ой, как же красиво здесь в центре. Смотрите, сколько золотых магазинов, сколько золота, боже ты мой. Решили мы все свои дела за секунду, сказали, что мне в Гёчдарисе никаких дел нет. Я гражданка. Живите спокойно. И так хорошо приняла женщина. Улыбнулась и сказала, что моя дорогая, поздравляю вас с новым статусом. Вот, смотрите, какие золотые магазины. Платье тоже. Юматекс очень хороший бренд Турции. Ну вот, смотрите. Наверное, их покупают артисты или на свадьбы. А это базар. Ашкин, бу базар мы? Пазар мы? Бу пазар? Балык пазары. Балык. Это вот рыбный базар большой. Али-Баба. Маканта. Эта улица напоминает Таксим в Стамбуле. Самтекс тоже хорошая марка вечерних платьев. Когда я на конференцию поеду, приеду сюда выбрать вечернее платье. А мне кажется, сейчас смысла нету покупать эти вечерние платья. Почему? Потому что куда я их потом одену? Вот то, что купила, один раз одела этот костюм мой. Пока лежит. Пока лежит. Ну, поеду, может, в Батуми буду носить. Ой, эту улицу тоже обожаю. Ой, и эту улицу обожаю. Мы здесь с мужем. Летом здесь так классно. Сидели как-то с друзьями его. Здесь за столиками на улице пили ракы. Помню, первый раз я попробовала ракы здесь. Вечером красиво. Ну, все дорого. Все дорого. И сейчас не имею смысла тратить такие огромные деньги, когда лучше во что-то инвестировать. Потом пожинать плоды. Всем добрый вечер, мои дорогие друзья. Сегодня такой замечательный вечер у нас был. Мои птичечки. Птичечки чирикают, спят. Мой муж заснул. А я, знаете, что делаю? Только что у нас закончился вебинар, это раз. Во-вторых, я сегодня такую ошибку сделала, о которой очень сильно жалею. Я попала в такой магазин классный. Сейчас покажу вам. Мои дорогие друзья, решила показать вам себя. Я сделала сегодня такую ошибку. Только я на новом телефоне не знаю, куда смотреть, где камера, туда, наверное. Я попала сегодня в сказочный кожаный магазин. Это было в центре. Мы с мужем проходили, вдруг я увидела кошельки и сумки. А, кожаные куртки я не видела раньше. Я видела только в центре, в форум-центре Мерсин. И решила с мужем зайти. Обратила в первую очередь на кошельки. Я люблю такие вещи, кошельки. И мой кошелек уже, знаете, он холо. Моя дочка на него имеет. Я как раз сегодня, когда выходила, я мужу говорю, доставала карту, говорю, посмотри, у меня уже какой кошелек, надо менять его. Так я его люблю, потому что все закрывается, ничего не падает. И вот, сделала запрос Вселенной. Ну, какие-то чудеса. Благодарю Боженька за все и Вселенная. Мы попали в этот магазин. Я посмотрела, увидела кошельки. А кошельки я люблю красные. У меня красные кошельки. И я купила кошелек, хочу поделиться с вами. Смотрите. Там были и вот такие, и вот такие. Они такие красивые. Но не только красные, разных цветов было. Потом перешли на ремни кожаные. Сумки. Обалденные сумки. Около 3000 лир. Знаете, для многих это кажется недешево. Для многих это очень дешево по сравнению с грузинскими ценами. За 300 лир, лари, кожаную сумку в Батуми не купите. Это точно. Понимаете? И, а здесь вот такая огромная она была. Я потом вышла и думаю, боже, Светлана, почему ты не сделала видео? Но у меня такой рот был открытый. Я огромный выбор сумок, и у меня уже построились свои планы. И, а потом в конце, когда я выходила, думаю, блин, давай-ка я куплю сама себе с подарок на день рождения.
От мужа же я получила телефон, а от себя, для себя я куплю кошелек. Потом трудно было выбрать из трех. Вот такой, средний и вот такой. Выбрала я такой в итоге. Почему? Он стоит 890 лир. И 100 раз спросила, они говорят, это кожаный. Ну да, посмотрите, какой внутри. Вы видите? Раз отдел. И тут везде потайные карманчики. Что нам надо женщинам? И тут потайной, и тут потайной. Потом открывается это. Здесь нету потайного. Ну смотрите, сколько карт. 4. 4 для карт есть. 4. И тут. Вот тут потайной. Вот тут потайной. Потом. Это внутри все. Потом здесь. Здесь, мои дорогие. Тоже денежки можно положить. Видите? Вот. Для евро и долларов. Дальше. Открывается вот это. Здесь мелочь пузатая такая. И еще здесь такой кошелек. 830 или 850 лир. И нам дали скидку еще, потому что я дала деньги наличкой. Обязательно. Я купила, взяла у них карту и обязательно попаду туда. Ну, тут пишут поло, но она, конечно, это не поло. Это, конечно, не поло, но шьют под поло. Там было еще и Луис Вуитон, бренд Прада. Просто шьют, ну, из кожи. Обалденный магазин. Какие хотите раскраски, цветов, фасонов. Я говорю, еляшка, меня оттуда во этот. Ну, у меня новый кошелек, столько карт у меня разных. Денег не так уж много здесь. Все на картах уже, в принципе. Но это мой старый, это мой новый. Обалденно. Сейчас уже совсем другой вид. И вот так, такая у меня радость. Потом мой муж купил мне цветочки. Мы пришли к 7 часам. Я быстренько начала готовить ужин. Приготовила ему кюфте, 5 штук пожарила. У меня был плов, у меня была куру-фасоль. Себе я приготовила борщ. И пельмени сварила с курицей. Вот, он не прикоснулся, ну, естественно, салатик покушали. Я не знаю почему, а я проголодалась сейчас 9:30. Только закончился вебинар, а Светлана проголодалась. Вот такая Светлана хулиганка. Всем привет-привет. К нам Баба Джим пришел в гости. Bayat iyi mi suratta? Yok. Pardon. Bayatlı olduğu için yazmış şey de biz de bayat söyledik. Bu takoy olduğunu minya. Krasavçık. Boyacılık yapıyormuş. Bu çocuk boyacılık yapıyor. Abdurrahman Bayat. Hayır, Abdurrahman dediğin gibi. Soyadı başka da Abdurrahman. Я ему чаёк с хачапуркой, но он не хочет. Еще сделала, приготовила канатики, а он говорит, нет, я говорю, пока рано, 2 часа я не буду. Пришел по делам к сыну. А я его ждала с нетерпением, он у меня красавчик. Добрый вечер, друзья мои! Какой у нас сегодня вкусный ужин! Супчик из агилин. Красивенький. Здесь красная чечевица и это. А здесь шашлык. Я его спрятала. Я же готовила сегодня для Баба Джима, а он отказался. И вот. Такой красивый соус получился. Это по рецепту Баба Джима. Так что, если вы хотите... Ну, наш кимчи кушает мой. Если вы хотите, пишите, я вам научу вас, как делать этот соус. Приятного нам аппетита! Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.